привет, с вами Китикейт. И сегодня мы поиграем в милый детский сад. Кстати, а ты любишь игры про всяких малышей? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. Это что у нас тут за... Что? Дети будут вылупляться из яиц? Да это прям куклы Лол какие-то. Кстати, я люблю куколок Лол. Если ты тоже их любишь, обязательно лайкосик ставить не забывай. Но я пока не пойму, что у меня за младенец. Его зовут Милли. И он в какой-то ягодной... На ягодной одежде. Это девочка, ягодка. Эй, ты чего язык показываешь? Ну некрасиво же. Божечки, кошечки, ты куда пошла? А, ты пошла посмотреть, что здесь есть. Интересно, что тут такое. Кубики всякие. А здесь у тебя что? Ладно, ладно, сейчас откроем и посмотрим. Здесь денежки, а здесь лежалка. Ну-ка, ты умеешь на ней лежать? Сейчас... Эй, ты что уснула-то сразу? Я с тобой играть хотела вообще-то. Эх, уснула так уснула. Кстати, смотрите, здесь есть целая куча мини-игр и целая куча малышей. И они все загадочные. Это прям малыши-животные, что ли, какие-то получаются? Очень интересно. Ну-ка, а пойдем-ка со мной сходим в кубики поиграем. Посмотрим, как ты умеешь из кубиков собирать всякие штукенцы. Ну что, вполне себе что-то... Ух ты, нухты! Она настоящую башню собрала. Это очень хорошо. А еще... О, как ты кушаешь? Может быть, тебе столик надо? Эй, чувствую, из мусорицы здесь все просто по полной. Ладно, ты пока тут играй, учись ходить, а я посмотрю мини-игру. И что это у нас такое? Это пузырчатые облака, что ли, какие-то? Это, походу, пена от ванны. Ничего себе, как ты сказочно по ней прыгаешь. И даже допрыгала до какого-то подарка. Подарки, конечно, это хорошо. Сейчас вас... Это что, мы ванну заработали? Пойдем-ка ко мне, моя ягодка. Ой, ты чего? Ты чего боишься-то? Смотрите, как здесь можно купаться и веселиться, и в игрушки играть, и даже пену устраивать. Посмотрим, что еще появится в этой игре. Кстати, мне игра очень нравится. Если тебе нравится, то тоже ставь лайкосик обязательно. А я посмотрю, что там у меня еще за один малыш такой. Он должен быть мышкой. Да, точно, малыш-мышка. Это странно, но это факт. Потому что у этого малыша было яйцо с мышкой. Это непонятно почему так, но видимо у меня будут все малыши питомцы. Но нет, но так не бывает. Но в общем они все будут всякие ягодные и игрушечные. Очень красивые и очень миленькие. Девочка во всяком случае, ну очень миленькая. Мне очень нравится, кстати, мы можем ее еще угостить вкусняшками, чтобы она немножечко потрямкала. А это у нас, кстати, мальчик. Его зовут Алекс. Как бы не забыть. Ладно. Буду надеяться, что не забуду. Ой, Алекс, это девочка, это Александра. Точно. Ты что такое неожиданное лицо делаешь? Если тебе, кстати, понравилась моя девочка, обязательно ставь ей лайк. Она играет в доктора, судя по всему. И мы можем что-то здесь... Что это происходит? Мы сделали новое яйцо с помощью волшебных пони. Да ладно, пони это круто. С поняшками мы такие штукенцы еще не проводили. Это вообще неожиданно. Я не знала, что из пони можно сделать кукол. Это очень хорошо и очень радостно. Но сейчас давай еще попробуем заработать какой-нибудь подарок. Вдруг там еще что-нибудь полезное нам дадут. Потому что я надеюсь, что у нас будут все предметы, которые можно открыть в этой игре. Это же так здорово, когда у тебя есть много-много всяких предметов и развлекательных комплексов. Ну что, давай посмотрим, ты далеко не уходи. Это же... Это пеленальный столик здесь. Ой, кто-то там переодевает трусишки, чтобы быть чистеньким и красивеньким. Я-то думала, вам уже можно в унитазик ходить. А они все еще с подгузниками. Это ладно, это полбеды. Ничего страшного, конечно, в этом нету, потому что это совсем малышовый детский сад получается. И они играют в малышовые игры, ходят в малышовых труселях. И все им, в общем-то, как бы нормально. И в порядке. Кстати, давай положим ее поспать. Пусть она тоже немножечко поспит и зарядится энергией и силами. А я пока схожу еще что-нибудь заработаю. Ну, я надеюсь на это. Потому что
Я не уверена, что у меня это получится, но я думаю, что должно получиться. Я буду очень стараться. Кстати, смотри, они решили запутать меня, чтобы я прыгнула не в ту сторону. Но меня так просто не проведешь. Я-то уж знаю эти ваши заковыристые местечки, когда надо прыгать только по... О, кстати, облака есть какие-то некоторые... Некоторые дырявые. Вы видели? И что же... Это что такое? Это что за кота-лежанка? Сейчас проверим. Хотя, давайте вначале откроем молодого пирата. Посмотрим, что там за пират. Трой. Это точно мальчик. Но это-то точно должен быть мальчик. Потому что пираты обычно мальчишки. Посмотрим, какой он будет. Кстати, так, мы с ним, с девочкой, ничего сделать не можем. Поэтому посмотрим, что за... А, это постель. Это кота-кровать. Просто кота-кровать. Ну, где такое видано? Ну, где такое слыхано? Ладно, покормлю туда моего мальчика, пока там все девочки спать легли. Ну, девочки такие, девочки. О, а ты не спишь? Ну, ты тоже можешь поспать. И не делай такие большие глаза. Я вообще-то хочу посмотреть, что у меня будет за малыш. И, ну что, готов? Какой красивый, божечки! Он заслуживает миллион лайков. Ну что ж, ребят, а на сегодня все. Обязательно ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А я пойду покормлю всех моих малышей, всех моих девчонок, всех моих мальчишек и посмотрю, что я здесь могу купить. А я могу купить новое яйцо. Но правда придется подождать. Да, ждать, конечно, не хочется, но у нас есть... Опаньки! У нас есть раскраски! Это же мое любимое! Ну, вернее, как любимое. У меня, если честно, не всегда получается разукрашивать картинки. Но я стараюсь, очень стараюсь. Сейчас попробуем сделать что-нибудь божественно красивое. Сейчас сделаем... Ой, простите, вот я аж говорила. Вот так вот у меня всегда и происходит. Я все что-нибудь мимо делаю, и потом происходит... Та-та-та-та-дам! Красота ляпота превращается в какую-то страшную штукенцию. Ну ладно, давай сейчас сделаем... кстати, можно сделать вот такой рог. И можно сделать вот такую пижамку и ушки. И добавить оранжевым цветом. Ну, мне кажется, что оранжевым вот эти вот часть ушка. Ой, простите, мадам, но вы, кажется, стали у меня... Вы, кажется, стали у меня немножечко... Немножечко неловко вышло, конечно. Сейчас найдем, где тут белый цвет. Ой, белый слишком светлый. Давай сделаем вот такой цвет. И волосы, волосы. А волосы у нас будут синие. Ну, чтобы неожиданно было. Ой, это и не синий вовсе. Но, в общем, не важно. В общем, это красота должна быть. Так, теперь радугу. Конечно же, какую-нибудь цветную. Кстати, можно красный добавить. И желтый. Ой, это же разве желтый? Вот же желтый. Ну что, отличная девчонка получилась. Заболталась я что-то с вами. А на сегодня все. Обязательно ставьте лайки, подписку, колокольчик. И до новых встреч. Всем пока-пока. А в следующий раз мы откроем новых малышей и посмотрим, какие у нас игры появятся вновь. Всем пока.